Ребятушки, всем привет! Сегодня у нас воскресенье. Ну и хочу поделиться планами на ближайшие дни, на предновогодние дни до Нового года. Самое главное, то, что завтра утром, 28 декабря, я улетаю в Москву. Всего лишь на сутки. Потому что 29 декабря утром я уже улетаю обратно в Красноярск. И вечером во вторник я уже буду дома. Что будет в Москве, смотрите все на канале. Видео выйдет в среду, то есть во вторник я прилечу. Видео выйдет в среду. В понедельник выйдет с утра видео, то бишь завтра, выйдет видео про операцию, как мы делали операцию Галине. Поставили баллон в желудок. Ну, Дима сказал называть это не операцией, а процедурой. Поэтому посмотрите процедуру. Самое главное, то, что завтра я начинаю бухать. Ровно 21 день. Сегодня уже как я не пью. Завтра раскодируюсь, так что видео будет веселое. С Москвы видео будет как с Таиланда. Быдло поездочка, как вы все любите, все будет нормуль. И вообще давайте с вами разберемся, вот быдло, да, ну понятно, быдло. Быдло — это тот, кто, ну, ведет себя, я так понимаю, неадекватно, да. Вот из вас вот честно себе признайтесь, вот не надо нигде не писать, ничего не надо никому рассказывать, сами вот внутри себя признайтесь, хоть раз вы поступали как быдло или нет, вот хоть раз, пьяные, сраные, неважно, вот как-то вот что-нибудь слабинку дали где-нибудь, вот что-нибудь там плюнули мимо, или там что-нибудь обозвали кого-нибудь там за спиной, не знаю, вот поступали же, вот, ну, каждому же, вот из вас же есть стыдно за что-то, да, за то, что он совершал. Поэтому, ребята, все мы немножечко быдло, и поэтому вам нравится смотреть мой канал. В Москве, ребята, должно быть интересно, не знаю, может, там попробую на какую-нибудь на Европу Плюс попасть, там, либо на Ретро FM. Там еще узнают, может быть, получится. Ну, вообще, как говорю, что как судьба соблаговолит, так оно и будет. Встречу интересных людей, известных, не встречу, ну и вообще интересных, может быть, неизвестных людей. Потому что я люблю встречаться с интересными людьми, вот как в Таиланде, да, допустим, тот же самый Уилл, там, не знаю, тот же самый Дилан. Ну, интересные же люди, скажите, да? Никому неизвестные были. Ну, сейчас, конечно, уже известные стали. Может, кто-нибудь к Малахову получится попасть на передачу. Завтра у меня будет пьянка. Полет в Москву, а обратно во вторник уже буду лететь похмеляться. Ну и что там, в среду надо уже будет готовиться к Новому году, в среду дать отдохнуть организму. И в четверг, 31-го опять будем отмечать. Как отмечать, где отмечать, пока даже тут сами с Танюхой не знаем. Наверное, дома с родителями, а потом на елку пойдем после 12. Там со всеми своими друзьями встречусь. Ребятушки, еще хочу вас попросить, вот напишите, пожалуйста, у кого есть идеи. То есть я хочу сделать приложение Redison. То есть, ну, именно от нашего канала, да. Но не знаю, как оно должно нас всех вас объединить. То есть, ну, примерные наметки есть, конечно, знаю. Но, может быть, у кого-то у вас есть прям свежая такая идея. Как вот нас всех, вот у нас мужская аудитория, да, как нас всех можно объединить? На какой вот общей проблеме, не знаю, там, или на каком-то общем интересе, да. Вообще, вот кто в приложениях разбирается, может быть, кто-то вот, ну, вообще понимает, что нужно людям, что нужно мужской аудитории, чего еще нет. Пишите в комментариях. Ну, только не под видео. Под видео я комментарии уже давно не читаю, потому что их там, блин, 1500. Очень много. Пишите в группе. Группа ВКонтакте. Ссылка на нее в описании. Группа Ради ТВ. Будем с вами вместе делать приложение. То есть, у кого, чью идею я использую, тот, соответственно, получит очень-очень щедрое вознаграждение. Ну, еще вот сейчас, конечно, лечу в Москву. Кто там по рекламе хочет встретиться, ребят, пишите на почту. Почта у меня в статусе той же группы там, или в статусе у меня ВКонтакте. Присылайте предоплату, и вы попадете в московский видеоблог. Ну все, ребятушки, что, завтра видос, и в среду видос. Так что не теряйте меня, ребят. Я с вами, вас люблю, всех с наступающим. И джингл белс, джингл белс, джингл овер белс. Тран-тан-тан, таран-тан-таран-таран-тан-тан. Оп!